Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Елисея Липатова. Композиция называется «Птичий путь». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Запорошила поземка, опустевшие поля, от мороза звонко-звонко заскрипели тополя, тон льдом укрылись воды, лишь темнеет полынья. Поклонилась непогоде потускневшая заря. Грачен криком мир полнится, утомленная земля. Птичьих клинов вереницы провожает за моря. Впереди ждет дорога, беспокойный птичий путь от родимого порога, и назад не повернуть. Впереди ждет дорога, беспокойный птичий путь от родимого порога, и назад не повернуть. Будут гнать на юг метели, крылья снегом бить ветра, ледяные дождей свирели, трелец ночи до утра. Благо матушки Егини берегутья берегу, старину таки поныне для пернатых есть корм и отдых обеспечен до седых кавказских гор. Ими птичий путь размечен за грядой морской простор. Дальше с морем над Пицундой вдоль Колхидских берегов сквозь шторма с борой буйной. Здесь поймешь, кто ты таков. Дальше с морем над Пицундой вдоль Колхидских берегов сквозь шторма с борою буйной. Здесь поймешь, кто ты таков. Отдых вновь пора в дорогу, басурманские края, а в душе сидит тревога. Где родимая земля, где родные перелески, гнезда нивы тополя, свет зари в морозном блеске, как там родина моя, где родные прелески, гнезда нивы тополя, свет зари в морозном блеске, как там родина моя. Запорошила поземка, опустевшие поля, от мороза звонко-звонко заскрипели тополя. Спасибо за внимание.
С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Птичий путь», стихи Елисея Липатова, музыка исполнения Самуила Фрумовича.